Меня зовут Кирилл. У меня в свое время были большие проблемы с дикцией, и одна из причин — это был слабый язык. Неповоротливый слабый язык. И поэтому хочу показать вам ряд упражнений для языка, которые мне помогли. Первое упражнение — это покусывание языка. От кончика к корню и обратно. Приступили. Теперь покусываем края языка, справа и слева. Второе упражнение. Протыкаем щеки в три этапа. Первое. Протыкаем с задержкой. 4 секунды. Второй этап. Каждую секунду протыкаем. Опять же, по 8 раз на каждую сторону. Важно чувствовать, что напрягается корень языка при протыкании щек. И третий этап – это двойное протыкание на каждую сторону. Если у вас язык устал, сделайте так называемую лошадку, то есть расслабьте мышцы лица вот таким движением. Следующее упражнение — трубочка. Следующее — змейка. Максимально вытянуть язык и коснуться точки на ладони. Один из важных моментов — пить чаще воду. Во рту постоянно пересыхает, поэтому это увлажняет ротовую полость и улучшает, соответственно, работу речевого аппарата. Маятник. Губы буквой О и шевелим языком слева вправо. Вот так. Еще полгода назад меня постоянно переспрашивали, потому что не могли разобрать то, что я произношу. Ну вот, как видите, речь стала достаточно разборчивой.